Скандал с реконструкцией сквера на Французском бульваре набирает обороты. Инициаторы работ так и не нашли общий язык с местными жителями. Люди говорят, что не верят, что работы в сквере могут стоить 5 миллионов гривен. Кроме того, по их мнению, сквер в нормальном состоянии. Скандал разгорелся в четверг, когда на детскую площадку приехали бульдозеры и начали сносить качели рядом с играющими детьми. Как выяснилось, это проект, который хотят реализовать в рамках общественного бюджета. Это новая плиточка, новые бордюрчики для деток на детской площадке. Это резиновое покрытие, чтобы они не падали. Новые качели современные, горка и восстановление вот этого замка. Ремонт его. Спил деревьев – это первый момент. Я думаю, что здесь в результате после площадки может появиться дом. Или какие-то мафы, или какой-нибудь ресторан. Вот у нас межквартальные проезды, у нас возле домов провалин асфальт. Сделайте, пожалуйста. Двор – это не межквартальные проезды. Подождите, давайте возле парадных. Привет, Алена. Давайте возле парадных постелим плиточку. Извините, мы сейчас обсуждаем этот сквер. Вы хотите потратить 5 миллионов конкретно на этот сквер? Он нормальный, он живой, качели все починены. Пока не приехали ваши бульдозеры, здесь вообще все шикарно. Смотрите. Люди требуют провести повторное голосование в рамках общественного бюджета. Они говорят, что опросили весь двор, и никто электронную петицию не подписывал. В свою очередь, инициаторы реконструкции пообещали, что если все-таки работы будут проводиться, люди смогут контролировать, на что пойдут деньги. Местные жители в субботу проведут свое собрание, обсудят, нужна ли им вообще эта реконструкция.